Глава государства Владимир Путин подписал указ о проведении в 2014 году в России Года культуры. Главная цель – привлечение внимания общества к вопросам развития культуры, сохранению культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире. В систему культуры Раменского муниципального района входит 106 учреждений. Здесь работают 890 человек. И на сегодня это самая большая сеть учреждений культуры в Подмосковье. В сельской местности работают 36 клубов и ДК. Жень моя соленая, лучше вах на личники, песни соловьиные, русские обычаи, пью чаек с малиною, мастером белые, да и зелья дивные, и сорвода делаю. Пью чаек с малиною, мастером белые, да и зелья дивные, и сорвода делаю. В культурно-досуговом центре «Гжельский» идет репетиция вокального коллектива «Бабье лето». Более 20 лет руководит ансамблем Владимир Петрович Стрелков. Репертуар – русские народные песни и собственные произведения Владимира Петровича. Немножко и для себя, и главный, конечно, итог – это люди. Чтобы людям, конечно, понравилось, и для этого мы репетируем и выступаем. Чтобы нравилось людям наши песни, наше звучание. Вот, хотелось бы, чтобы нас любили, чтобы хотелось слушать нас. Вот для этого мы и собираемся, наверное. Участники ансамбля – женщины разных возрастов. Занятия и выступления настолько захватывают артистов, что любимое хобби стало частью жизни. Я на самом деле от этого получаю колоссальное удовольствие. Мне очень нравится петь. Когда я пою, я забываю обо всем. На самом деле тут непонятно, кто удовольствие больше получает. Те, кто слушает, и те, кто исполняет. Вот, скорее всего, мы для себя поем. Я себя старухой не считаю. Я, как говорится, молодая, и душа молодая. И хожу регулярно, посещаю, это надо. И работаю, еще работаю. А в это время в Гжельской художественной школе дети приобщаются к творчеству. Это пока единственная школа в районе. У истоков создания этого образовательного учреждения стояла Наталья Бедак, известный гжельский художник. На первый взгляд складывается впечатление, что у юных живописцев все получается легко и непринужденно. На деле без терпения и усидчивости здесь не обойтись. Во-первых, надо заштриховать так, чтобы у нас штрихи не обращали на себя такое внимание большое. То есть, чтобы драпировка ровно выглядела. Понимаете? Так. И потом постепенно будем переходить к предметам. У меня были хорошие оценки по ИЗО, и я вот решил сюда записаться. Сколько уже здесь занимаетесь и чему за это время научились? Ну, я здесь занимаюсь 2 года. Меня здесь научили вот такие вот картины большие рисовать. Каждый ученик, он видит мир по-своему. И когда ты соприкасаешься с учениками, то ощущения каждого ученика индивидуальные. Они тебя обогащают, делают тебя более богатым духовно. Думаю, так.
культурно-досуговому центру «Гжельский» в декабре 2013 года исполнилось 40 лет. Филиалы работают и на поселке Строители, а также в деревнях Фенино, Кошерово и Минино. Более 200 человек из гжельского поселения могут найти занятия по душе. И мало того, стать участниками фестиваля народного творчества «Поющая Раменья» и фестиваля эстрадной песни и танца «Звездная россыпь». Стой, 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 что это за подружки? Ой, 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 мы еще три подружки. Ой, 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 мы еще три подружки. И как нам друг без дружки? Стой, 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 что это за подружки? Ой, 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 мы еще три подружки. Наверное, здесь интересно, поэтому идут люди сюда. И дети. Многие дети, занимающиеся у нее вот сейчас в кружках, привели мамы, которые раньше занимались. На базе этого вот создался хореографический коллектив «Каприз». Тоже в какое-то время они еще детьми занимались. Прошло время, и вот Галина Ивановна организовала такой прекрасный танцевальный коллектив. Мы пришли сюда. Вот. С первого раза я сначала не начала танцевать, потому что я боялась. А потом на следующее занятие уже начала танцевать. У меня очень хорошо получалось. Сейчас в Гжельской художественной школе занимается около 50 детей. С 2001 года директор школы Ирина Коржавина. Свои работы воспитанники выставляют на выставках. На всероссийских фестивалях ребята из Гжели получили достойное признание. Я вот и решила взять именно этот эпизод, когда солнце, оно выходит из-за горы, своими такими огромными лучами шагает по деревне и приходит в гости к Маяковскому. То есть оно такое в то же время... Огненная и страшная, но в то же время такой добрая и ласковая. То есть это твоя идея? Ну, однозначно, да. Ну, и, конечно же, под руководством педагогов. Нам нравятся здесь дети. Нравится то, что они очень живые. Нравится то, что они очень живо реагируют на изобразительное искусство, ну, на задачи, которые мы перед ними ставим. Нравится то, что просто они живые, скажем так. Потому что в современном мире мы знаем, что здесь бывают разные. На сцене хореографический коллектив «Стиль». Ребята – постоянные участники фестиваля «Звездная россыпь». В сельском поселении Гжельское начала действовать программа по развитию культуры и сферы досуга. Включает она в себя и проведение ремонтных работ. Начались они и в Гжельском досуговом центре. Но главное, конечно, забота о людях, которые здесь работают. Практически без выходных, не за деньги, а для души. Сейчас смотрю, наши дети, ведь дети культработников, они все идут по нашим стопам. Я могу сказать и другие филиалы, вот Фенинский филиал, ДК-строитель, все дети наши с нами. Это многое значит. Конечно. Любить эту профессию и прививать в детях что-то. Теперь наши детки несут маленьким деткам. Ну это же радость, это счастье. Мы счастливые люди. А то, что оклады у нас маленькие, ну я думаю, что мы не за деньги работаем, если на самом деле. Мы получаем чувство удовлетворенности, то, что людям это нужно. В Гжельской художественной школе начались занятия с учениками постарше. И для многих это хороший стимул, чтобы продолжить художественное образование. Мне очень нравится рисовать. Когда в первый класс пошла, мама просто увидела чисто случайно вывеска, висела то, что идет набор в детскую художественную школу. Мне сразу загорелось все, говорю, хочу. Пришли и... Прям вот эта обстановка, какая здесь царила, такая тишина, и выписывать эти детальки, мне прям это очень понравилось, и уже очень лет много хожу сюда, рисую, мне очень это нравится. Начала видеть в обыкновенных вещах такие, ну, совершенно что-то другое, то есть обыкновенные вещи для меня стали становиться чем-то волшебным и необычным.
В сельских учреждениях культуры Раменского района работает много заслуженных и уважаемых специалистов. Благодаря их стараниям творческие коллективы получают звания народных и образцовых. Работают с полной отдачей, потому что людям это нужно. Я думаю, что, конечно, мы поднимемся, потому что... Ну и всегда было, наверное, людей, которые могли что-то сделать. Их было немного, так сказать, особенных людей, особо одаренных людей. Вот. Но все-таки страна должна быть читающая, страна должна быть смотрящая, достойные, массовые какие-то вещи, массовые кино. Это все-таки массовая культура. Поэтому я думаю, что президент очень как бы... Правильно это сделал. Это правильно. Культура нас делает духовно богаче. И, может быть, мы лишний раз не бросим мусор мимо урны или там просто все под ноги. Мне кажется, что для Раменского района, для Подмосковья это очень актуально. Фактически наша семья – это все поселение, где мы только выступаем, где мы бываем, где... Семья нас не видит. Ну, понимает, да? Да, нашим близким, я хочу сказать, нужно поставить памятник, что они понимают. И хочу сказать, что наши близкие, они все в наших домах культуры. Кто-то электрик, кто-то слесарь, кто-то... То есть они все с нами.